Пацаны, пацаны, вы бибои, пацаны. Пацаны, дорогу до батла не подскажете? Не подскажете дорогу до батла? Туда? Да. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я слышу. Ну чё, приехали в Тверь на батл диалог. Начинаем батл свой блог. Это видеоблог. Батл идет уже, да? И батл уже идет, Лавар, твой выход. Все, идем кушать. Погнали. Давай. Как сказал Тимур, это маленький шаг для человека, но большой для всего человечества. Ребята заходят в дом курицы. Йоу. Идем в Тверской фастфуд. Это видеоблог. Йоу, да, Леха приехал на другом поезде. Все покушали, зашли в магаз. Переводить фруктиков. Пойдем искать автобус, который довезет нас до места. Накажу! Накажу! Я украла Брайана! Я украла Брайана! Это не случайно! Я украла Брайана! Пахнет какашками. Не какашками, а честными. Нормально. Вот. Чё, погнали. Батл диалог. Это видеоблог. Йоу. Добрая женщина из Дома культуры дали нам татами. Сейчас немножко полежим, отдохнем. Потом мастер-класс начнется. Начнется вся движуха. Да. Давай еще это плохо.
перекус настоящего бибоя. Я говорю, зал сними, чувак, что мы только друг друга снимаем, это неправильно. Красавчик. Не так много, но все же мы готовы здесь печать или показывать свое мастерство. Вот медведь кончает, йоу. И четыре нас нам дает клювый бит. Эй, давайте рамси, давайте первые номинации сюда к нам. Первые номинации сюда к нам, сделаем круг. Давай, качай. Бейбой, пластмасс. Предактор. Не жалеем ладони. Смотрим внимательно. Дайте шума, господи!
Так, всем привет! Это видеоблог. И мы самая крутая из этих бомжей, кто занял хоть какое-то место. Ну да. Шучу, конечно. Это была просто шутка, никто не обижает. В общем, мы заняли первое место. Всем привет. Халявные футболки! Мы прижмем этих волков в конце, а особенно кто-то. Давай, еще!
ли? Они встречаются. Полная жесть. Заебал. Приезжайте, ребята, на батл, короче, под названием «От души». Вообще, самый крутой батл в мире. Ну, Роб почти рядом стоит, но он чуток не дотягивает. Всем мир, надо быть честным. Ну, ладно. Кто его поддерживает? Я тут первый раз. Мне он понравился. Да. Очень сильно понравился. Женек, тебе спасибо. Скажите, большое. Где победитель встает? Я просто запутался уже. Не останавливайся, Рэд, продолжай, делай больше, делай круче. Береги дыхалку. Смотри, сколько народу, много, аккуратно. Ребята, любите танцевать брейк-данс. Спасибо, Мэн. Давай, Олег. Куда смотреть-то? Вон, видеоблог. Чё как? Нормально. Нормально. Едем кушать. Чё, пацаны, вы рэпера? Моя девочка. Домой. Да. Спать. Спать? Хочу. Да. Голова болит. Да. Я Леон. Да. Нормально. Приятного аппетита. Йо-йо. Давай рэп. Йоу. Не сломал хребет мой дед. Он поел омлет. Я сам его съел. Восстановился и сломал хребет. Теперь дед плачет и ест свой омлет. Я сказал ему нет. Он развернулся, сказал мне привет. Я сказал ему хребет. Он поел омлет. Все, погнали. Идем водичку в дорогу покупать. И на вокзал пойдем. Это да, прекрасно. Это прекрасно. Все накушались, отдохнули. Нормально, все поели? Пойдем еще на батл. Нет, теперь на батл. Просто поспать где-нибудь там. Все, успокойся, иди отдыхай. Все, буквально каких-то 20 минут мы садимся в поезд, едем домой. Мы наконец-то поспим. Поездка была кайфовенькая. Идеальная заставка на концовку видео. Все, всем всего на все.